мы с вами отложили первый листок в сторону. Одной из площадок акции «Диктант Победы» в Одинцовском округе стала гимназия номер 11. Повышение уровня исторической грамотности и патриотическое воспитание молодежи – главная цель «Диктанта», отмечает постоянный участник акции, глава муниципалитета Андрей Иванов. Акция носит помимо образовательной и воспитательной еще, конечно, патриотический характер. И все, что мы делаем, возвращаясь на эти 45 минут в историю Великой Отечественной войны в разных событиях, в разных вопросах, и Сталинградская битва, и Курская дуга, и вот, как я уже сказал, кинофильмы, которые показывают то, как все было на самом деле. Запечатанные бланки, рассадка по одному – все как на настоящем экзамене. Участники отвечали на вопросы о событиях Великой Отечественной войны, вспоминали подвиги героев и географию сражений. Вместе со школьниками прошли тестирование депутаты, спортсмены и представители общественных организаций округа. Если вы обратили внимание, с нами участвовали наши дети, школьники. Вот для меня это очень важно. Потому что понятно, что они учатся, изучают историю, исторические все моменты, что у нас было, что проходило на всем протяжении истории Советского Союза, России и так далее, какие главные моменты в нашей истории. Иван пишет «Диктант Победы» в своей школе уже не первый раз. По словам юноши, хранить память о событиях войны – долг молодого поколения. Как гражданин своей страны, я считаю своим долгом узнать историю своей страны. Я вообще считаю, что в школе у нас два главных предмета – это литература и история. Потому что знать, что пережила твоя страна, что пережили твои предки – это, мне кажется, обязательно. «Диктант Победы» проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Историческая память». Поддержали акцию депутаты-единороссы окружного совета. Одной из площадок «Диктанта» стала Старогородковская школа. «Диктант» он как раз до самой глубины, так сказать, истории вот, заставляет вспомнить, подумать и еще раз обратить внимание на детали, особенности вот этого великого дела, которое сделала наша страна для всего мира. Всего в округе организовали 5 площадок для написания диктанта. Кроме того, проверить свои знания можно было онлайн на официальном сайте проекта. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».